темноте я воззвал, Бог услышал меня, окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить в истиной Твоей. В тесноте я воззвал, Он услышал меня, окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, кому принадлежит вся жизнь моя? Агнец Божий взял во грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя? Каждой ране твоей крик «люблю тебя». Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я воззвал, Он услышал меня, окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал. Скажи еще раз. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я воззвал, Он услышал меня, окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал. Thank you.
бежать, сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость в ней, чьё так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Под крышу грота я свой голос простираюсь до небес. Рока, я свой голос растираюсь на небе. Растираюсь на небе. Есть пола, ее не удержать. Сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. О-о-о. Вера есть, как пламя горит она. Радость в ней, ее так боится тьма. Не могу молчать я. О-о-о. Скажи, если буря сильна, буря сильна, что ты будешь делать? Громче песня моя. Если буря сильна, будем сейчас петь песню, которую мы уже ее часто поем, но на каждый раз касается моего сердца. Потому что однажды Бог пришел в мою жизнь и спас меня. И это так меня коснулось. Его любовь так впечатлила меня. Каждый раз, когда я вижу спасенные души, каждый раз, когда я вижу измененные судьбы, я понимаю, как он велик и как он прекрасен. Аллилуйя. Мой Бог. Бог излил любовь на всех нас. Он даровал прощение. В его имени спасение, радость и сердце.
Бог, Создатель мира, князь, первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости Твоей. Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение. В Его имени спасение, радость, исцеление. Ты Бог, Создатель мира, князь, первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости Твоей. Вечно буду славить Тебя, Ты открыл нам двери. В небеса воспою Тебя, Ты святой. Аллилуйя, аллилуйя. Вечно буду славить Тебя, Ты открыл нам двери. В небеса воспою Тебя, Ты святой. Yeah.
Ты чувствуешь, как и наш вулкан, да? Кто в теме понимает? Вулкан уже подходит, да, жерло сейчас. Взрыв, ты чувствуешь огонь? Огонь на алтаре горит. Слава Богу! Аллилуйя! Thank you.
Дух Святой! Дух Святой, ты пришел! Это день Пятидесятницы! Это день пробуждения! Молитва будет как языки огня. Кол сия шейра на сенте сия. Кия на соуш на тени сия. Халилуя. 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 О, шира на соу. Они были собраны единодушно в горнице. И молились, ожидали, и Дух Святой сошел. И когда они вышли, то люди не понимали, что происходит, потому что все они были исполнены Духа и говорили разными языками. И сегодня Бог открывает тебе твой язык. Это не просто язык пламени, это тот язык, которым ты будешь говорить в этот мир. И он будет обжигать людей, потому что их совесть будет обжигаться от твоего голоса. Ты будешь говорить с ними на языке музыки, на языке одежды, на языке образа жизни, на языке кино, фото. Абсолютно разные. У тебя будут разные языки, с которыми ты будешь говорить с людьми. И когда ты будешь говорить этому миру, он будет обжигаться как от пламени и говорит: «Кто ты такой? Кто ты? Скажи мне о своем Боге». Ты пойдешь сегодня и... Это не зависит от того, хотите вы это или не хотите. Дух Святой сошел на всех. Дух Святой сошел на всех. Дух Святой сошел на всех, и это стало заражать всех вокруг. Аллилуйя! Ты все можешь! На тебе сила! Иисус говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и Самарии, и по всей Иудее, и даже до края земли. Воздай Богу славу! Скажи: я все могу силой возлюбившего!
Разогрелись, да? Кто уже поднялся на высоту? Кто чувствует, что ты уже выше стал? Выше, выше поднялся, да? Ты, как ты думаешь, дошел уже до самой вершины? Готов взлетать? Ай, давай, сходи на гору, мы взойдем на нее. Аллилуйя! Я взойду на твою святую гору. На твою святую гору, где течет слава твоя, вечная любовь. Где течет слава твоя, вечная любовь. Я взойду, на твою святую гору, на твою святую гору. Слава твоя, вечная любовь. Где течет слава твоя, вечная любовь. Вознесу. Вознесу, вознесу, вознесу букет своей любви. Вознесу букет своей любви. Вознесу имя в тебе, царь Машия. Вознесу, 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 вознесу букет своей.
сделать такое движение. Да может двумя руками. Мы идем на встречу с нашим Господом. Аллилуйя. Я взойду, я взойду на твою святую гору, на твою святую гору, где течет слава твоя, вечная любовь. Еще, еще. Где течет слава твоя, вечная любовь. Я взойду, я взойду на твою святую гору, на твою святую гору, течет слава твоя, вечная любовь. Где течет слава твоя, вечная любовь. Вознесу, 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 вознесу букет своей любви, вознесу букет своей любви, вознесу имя в тебе. Поклоняюсь Господу, поклоняюсь Господу, поклоняюсь Господу, поклоняюсь Господу. Thank you.
Кто здесь хочет быть, как Давид? Аллилуйя! Ты представляешь, как ковчег Божий входит в Иерусалим? Ты представляешь это? Ты хочешь, чтобы ковчег откровения, ковчег помазания, он был в твоем городе, в твоем сердце? Аллилуйя, в твоей жизни. Я думаю, сейчас нужно сделать один такой, знаете, пророческий акт. Нужно сделать танец Давида. Я не совсем умею это танцевать. Это Алексей Захаренко лучше всех умеет танцевать танец Давида. Он даже целые мастер-классы проводит на служении. Ну пусть у тебя будет откровение сейчас, как Давид прямо танцевал. Ну пусть это будет твой танец, твой собственный. Аллилуйя, просто вот уже барабанчик, видишь, уже начинает. Он даже сам не знает, что он сейчас будет делать. Он, наверное, боится, да? Давайте, бэк-вокал тоже. Оставьте микрофоны пока, положите их. Аллилуйя! Мы невеста Христова. Вы знаете, что мы невеста Христова? Что говорит возлюбленный наш? Он говорит, выйди навстречу. Возлюбленный говорит, выйди навстречу. Выйди, прекрасная моя. Это свадебный танец. Это свадьба. Мы готовимся к миру. Он вел нас в дом мира. И знамя его — любовь. Он вел нас в дом мира. И знамя его над нами — любовь. Выходи, выходи сейчас навстречу жениху. Выходи в своем танце и выходи из тела навстречу жениху. Аллилуйя! Эй!
Слава Богу! Слава Богу! Вы молодцы! Аллилуйя! Божья любовь! Она просто непонятна. Она необъяснима. Она настигает нас. Знаете, мы пели песни «Господь, я стремлюсь к Тебе сегодня», да, как лань. Мы танцевали пред Ним, мы идем на эту гору, поднимаемся, пытаемся превозмочь. Но знаете, когда ты ищешь Бога, когда ты взываешь к Нему, когда ты жаждешь Его, еще задолго до этого Он жаждал тебя. Еще задолго до этого Он искал тебя. Еще задолго до этого, и Он продолжает настигать, преследовать тебя, искать Его любовь, она просто необъятна, непонятна, она выше, и нету границ, которые способны ее удержать. Аллилуйя! Воздай Богу славу! Прежде чем сказать я мог, ты надо мною пел. Ты был так благ ко мне. Прежде чем я сделал вдох, ты жизнь в меня вдохнул. Ты был так добр ко мне. Скажи это еще раз. Прежде чем сказать я мог, ты надо мною пел. Ты был так благ ко мне. Прежде чем я сделал вдох, ты жизнь в меня вдохнул. Ты был так добр ко мне, так добр. О, вечная, прекрасная любовь безумная твоя, она преследует, сражается, пока не буду найден я. Не заслужить мне, не заработать, но ты еще отдаешь себя. О, вечная, прекрасная любовь безумная отца. О-о-о. Я был врагом, ты сражался за меня. Как терпелива благодать твоя. Отвергнут всеми был, но ты поднял меня. Как велика милость мне твоя. О, вечная, прекрасная любовь безумная твоя, она преследует, сражается, пока не буду найден я. Не заслужить мне, не заработать, но ты еще отдаешь себя.
лунным светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. О, вечная, прекрасная любовь безумная твоя, она преследует, сражается, пока не буду найден я. Не заслужить, не заработать, но ты еще отдаешь. О, вечная, прекрасная, любовь безумная отца. Как часто мы чувствовали себя виноватыми. И у меня сегодня есть слово для кого-то в этом зале. Потому что пришел дьявол однажды в чью-то жизнь и сказал: ты не достоин того, чтобы поклоняться Богу. Ты не достоин того, чтобы слышать Божий голос. Ты не достоин, потому что ты плохой. И мы понимали, да, мы плохие. Мы понимали, мы что-то сделали, и мы не слышим Бога, потому что мы как Адам мы прятались. Все так поступали, и Адам так поступил. Мы прятались от Бога. Но Иисус, Иисус, воплощенная Божья любовь, Иисус, воплощенная Божья любовь, Он преодолел все, чтобы найти тебя. Он преодолел все, чтобы достичь тебя. И знаешь, что я хочу тебе сказать сегодня? Может быть, у тебя нету веры в Божью любовь. Может быть, у тебя нету веры в себя. Но количество твоей веры никак не повлияет на Его любовь. Он будет тебя любить так же, независимо от того, знаешь ты Его или не знаешь. Любишь ты Его или не любишь. Веришь ты или не веришь, Его любовь не ограничена. И я тебе скажу больше, она настигает тебя. Она продолжает преследовать тебя. Она продолжает освобождать тебя. Она продолжает благословлять тебя. Она продолжает давать тебе жизнь. Жизнь. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. О, все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Пройдешь через горы, чтоб меня найти.
все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Тьму светом разгонишь, пройдешь через горы, чтоб меня найти. Все стены разрушишь, ложь уничтожишь на своем пути. Вечная, прекрасная любовь безумная твоя, она преследует, сражается, пока не буду найден я. Не заслужить мне, не заработать, но ты еще отдаешь себя. Как ты велик, Бог наш. Мы поклоняемся тебе. Божий свет! Божий свет! Божий свет! Божий свет!
Сейчас будем молиться за всех. Можете выходить сюда. И это просто оставайся в этом же. Продолжайте все, продолжайте, не останавливайтесь. Здесь есть помазание, сила. Господь. Наполняющий все во всем славы. Принимай от Бога Его присутствие, Его помазание. Его власть. Аллилуйя. Бог, ты велик. Как воды наполняют море. Как воды наполняют море. Это волна цунами. Волны поднимаются. Волны поднимаются. Наполняют все. Наполняют все. Они смывают. Они сносят все.
Молись в духе, молись в духе, молись в сильном духе. Ты все просто, Бог, Бог. Сделай прорыв просто в своей жизни, в своей молитве, в молитве в духе. Сделай прорыв, прорвись. Не жди завтрашнего дня. Дух Святой, Он уже излит. Дух Святой уже. Во имя Иисуса. Куда пощете Бороботу. Да помолились за них. Открой свои желания пред Богом. Открой свое сердце, свои желания перед Богом. Просто скажи это с верою. Скажи это из самой глубины своего естества, не из разума. Пусть это выйдет из твоего духа. Бог, коснись меня. Коснись меня, Дух Божий, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Тебе. Коснись меня, я хочу быть человеком, который исполнен Духа Божьего. Господь, Ты сказал в своем слове, что уверовавших в Тебя из чрева потекут реки воды живой. Реки воды живой. Я не хочу быть сухим. Я хочу нести жизнь. Аллилуйя. Сегодня я принимаю радикальное решение. Коснись меня. Моя жизнь без Тебя легче пустоты. Господь, Ты нужен мне больше всего. Больше воды, больше воздуха, больше всего. Господи, я так нуждаюсь в Твоей жизни, настоящей. Аллилуйя. Килама сирама сатамба. Лего басата лебро боди биди тисики. Кобра кандея. И там, когда устраивалась скиния, приходили те, кого влекло сердце. Они что-то несли. Часть своей жизни. Они несли. Кого влекло сердце? Кого влекло сердце? Наша жизнь с Богом, она не может строиться без участия нашего сердца. Без сердца это будет религия, осуждающая, угнетающая, имеющая вид благочестия, силы же отрекшаяся. Бог так заинтересован, чтобы мы не забывали свои сердца где-то там. Чтобы когда мы идем в Дом Божий, мы не забывали, что
что я иду навстречу с Ним, что меня влечет не долг, не обязанность, не звание, не должность. Меня влечет сердце. Меня сердце влечет. И когда я иду в Его присутствие, не потому что мне что-то надо, я хочу встретиться с Ним. И хочу просто быть. Когда Иисус вошел в дом Лазаря, там было две сестры, Марфа и Мария. Два разных служения. И Марфа так понимала служение Иисусу. Она так понимала, что нужно это делать и то сделать. И знаете, когда мы от своего понимания, тогда мы обращаем внимание, что кто-то что-то нам не делает, и упрекаем. Мария помогла бы. А Мария просто сидела. Просто слушала. Она сидела у ног Иисуса и слушала. И ее ничто не отвлекало. Ее все устраивало. Знаете, когда мы свое сердце приносим к Нему, нас будет все устраивать. Нас будет музыка устраивать, нас будут люди устраивать, нас будут здания устраивать, нас будет пастор устраивать, нас будут братья и сестры устраивать. Нас все будет устраивать, когда я пришел к Иисусу. Когда мы что-то делаем от своего ума, тогда нас что-то будет не устраивать, что-то будет не так, что-то будет мешать. Мы будем увлекаться туда, встревать в эти все разборки. Господи, храни нас от этого. Вот почему Господь сказал, пусть приносят те, кого влечет сердце. Принимай, Моисей. Я мог бы сделать так, сказать, чтобы принесите все вот так вот, по 100 сиклей, и все бы принесли. Нет проблем. А Бог хочет затронуть сердцевину нашу. Принимай от тех, кого влечет сердце. Принимай от тех, кого влечет сердце. Кого сердце влечет. Я думаю, сейчас хорошее время, чтобы мы принесли жертву. Не заботьтесь о том, большая она, маленькая. Просто это как акт. Пусть это будет акт нашей веры. Пусть это будет акт нашего влечения. Я думаю, что все, кто приехал сегодня, пришел на это место, не потому, что мы хотели что-то здесь увидеть, услышать новенькое, там где-то в глубине, даже ты не догадываешься, Бог стал работать с твоим сердцем. Он привлек тебя. Он привлек. Влеки меня влечением своим. Пусть наши сердца остаются чуткими. Пусть мы всегда слышим этот голос Божий внутри себя. Всегда чувствуем Его. И чтобы мы откликались на Его призыв. Привлекай меня, Господь.
мое сердце открыто для Тебя. Мое сердце открыто для Тебя. По плоти мы можем ошибаться. Мы можем падать. Иногда очень больно. Иногда очень низко. И в самый неподходящий момент ты можешь просто сорваться. Но помни, что Он рядом. И когда ты поворачиваешь свой взор к Нему, свое сердце, открываешь перед Ним и просто чувствуешь, как сверхъестественная благодать и мир наполняют тебя. Что это? Господи, помоги нам чаще иметь эти сверхъестественные встречи с Тобою. Пусть это будет время пробуждения нашего потрясения, нашего духовного человека. Сотвори, Господь, внутри нас. Аллилуйя. Боже, я прошу, тот, кто устал, тот, кто разоверился, кто разочаровался, Господи, вдохни свою жизнь. Тот, кто загрузился суетой этого мира, тот, кто стал смотреть на те земли, где кажется, что есть хлеб, но хлеб у тебя. Ты есть хлеб, шедший с небес. Нам не нужен хлеб другой. Нам нужен хлеб, сходящий с неба. Господи, Ты обещал в последнее время послать эту жажду и голод. Господи, мы уже начинаем ощущать эту потребность в хлебе небесном. Мы ощущаем внутри себя, что нам нужны не знания, нам не нужны внешние действия. Манна, сходящая с неба. Скинь собрание Бога с человеком. Скинь собрание Бога с человеком. Встреча один на один, лицом к лицу. Как будто бы кто говорил с другом своим. Стоял Моисей и говорил, и разговаривал с Богом. Бог ждет эти встречи. Он соскучился по этим встречам. Его сердце по-прежнему его зов. По-прежнему он говорит: придите ко мне. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Приди к Нему. Иисус тебя взывает. Иисус. 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 Мы пришли к Тебе, Иисус. Ты все, что нам нужно. Твои глаза. Твой взгляд, Твое слово, слово благодати, выходящее от Тебя. Сотвори во мне, Господь. Молитвенный дом.
Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Господи, благослови эти приношения. Благослови, Господь, каждое сердце. Которая тянется к Тебе, как может. И может быть, это только начало, какие-то слабые попытки, но Ты очень высоко оцениваешь их. И может, не всегда мы складно проповедуем, не всегда мы красиво поем, не всегда мы щедро жертвуем, не всегда у нас это что-то получается, не всегда мы можем простить обидчика, не всегда мы можем смотреть открыто в глаза, Господи, но мы сделали хотя бы один шаг навстречу Тебе, и Ты оцениваешь. Боже, благослови каждого, кто делал это усердно и кого влекло сердце. Во имя Иисуса Христа пусть это будет взнос в нашу следующую встречу. Пусть это будет начало для того, чтобы мы сделали следующую конференцию. И это семя, которое мы сеем, и оно принесет плод во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Давайте дадим Ему большую-большую славу. Прекрасный Дух Святой, какой прекрасный Господь. Честно говоря, я не ожидал, такая атмосфера. Просто это Бог посетил народ свой. Бог посетил. Это правда. Мы не придумали ничего. Мы просто давали Ему возможность делать, что Он хочет. Как важно не мешать Богу. Просто позволить, чтобы Он делал то, что Он хочет. Позволяйте Богу. Слава Ему, Господи. Ну что? Спасибо всем организаторам. Я понимаю, завтра у всех служение, и кто-то здесь в Днепре, а кому-то ехать километров 100, да? Сколько в Панасьевку ехать? Да и так, да? Полпути до Харькова. Вот так вот. И на дорожку обязательно. Поэтому благословляйте друг друга. Аллилуйя! И... прощальная, величальная. Слава Богу. Вперед. Величальная или прославляльная? Любая.
танцами сказали. Давай танцуй, Рома. Ну давайте перед Господом. Выходите все славить Его. Танцевать и славить. Всевышний достоин вечной славы. Небеса поют хвалу и славу. Вся земля царя прославляет. Все, кто дышит, давай еще прославим. Он Всевышний достоин вечной славы. Царь царей, тебя мы прославляем. Бог богов, тебе возносим славу. Иисус, спасение и милость. Что? Иешуа Хамашия! Небеса поют хвалу и славу, вся земля царя прославляет. Все, кто дышит, давай еще прославим. Он Всевышний достоин вечной славы. Небеса поют хвалу и славу. Вся земля царя прославляет. Все, кто дышит, давай еще прославим. Он Всевышний достоин вечной славы. Царь царей, тебя мы прославляем. Бог богов, тебе возносим славу. Иисус, спасение и милость, ты Господь. Еще! Царь царей, тебя мы прославляем, Бог богов, тебе возносим славу. Иисус, спасение, кто? Господь, Иешуа Хамашия! Скажи, Иешуа Хамашия! Иешуа Хамашия! Еще раз! Иешуа Хамашия! Аллилуйя! Иешуа Хамашия! Аллилуйя! Аллилуйя! Иешуа Хамашия!